Друзья, всем привет! Очень давно не было видео о книгах на моем канале, и сегодня будет мега полезное видео о мега полезной книге, которая оказала очень-очень сильное влияние на меня за последний год. Это очень сильная книга, многие из вас ее уже читали, она есть в моем списке книг, которые изменили мою жизнь. Но название я вам скажу в конце видео, чтобы держать интригу, так что обязательно досмотри это видео до конца. Если вы ищете книгу, в которой было бы абсолютно все, которая затрагивала бы все сферы, любовь, здоровье, финансы, это именно та книга. Эта книга – это Грааль, который изменит вашу жизнь. В этой книге есть ответы абсолютно на все вопросы. Как полюбить себя, как стать успешным, как избавиться от комплексов, как избавиться от страхов, от лени, от депрессии, от лишнего веса, от курения, от всего. И самое главное то, что эта книга решает корень проблемы. Не симптомы, а именно корень проблемы. Расскажу в двух словах. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, вы никогда от него не избавитесь, если будете связывать обжираловку с удовольствием. Вы никогда не избавитесь от курения, если будете связывать этот процесс с удовольствием. Никогда, ребята, никогда. Сила воли не работает, запомните. Если вы будете действовать вразрез своему удовольствию, это долго не продлится. Вы можете избавиться от курения там на месяц, на полгода, но потом опять будете возвращаться к этой привычке, потому что вам от этого кайфово, потому что вы это любите и это вошло в привычку. Если вы хотите избавиться от курения, вам нужно связать этот процесс со страданием, а не наоборот. Спорт со страданием, а курение с любовью. Никогда вы так от курения не избавитесь. Наведу вам очень грубый пример. Как бросить курить после одной сигареты на всю жизнь? Если бы после одной сигареты умирал один близкий вам человек, вот представьте, вы бы никогда не курили. Вот одна сигарета, и вы уже не курите. Вы не будете даже смотреть на сигареты. Вы никогда к сигаретам не притронетесь. Понимаете, к чему я веду? Вы связали курение с очень сильным страданием. И поэтому вы никогда больше в жизни курить не будете. Ну, это грубый пример, чтобы вы понимали. И эта книга поможет вам связать хорошее с удовольствием, а плохое со страданием. Эта книга поможет вам разобраться в себе, почему вы это любите, зачем вам это. Вы докопаетесь до корня проблемы и решите эту проблему. Еще я хотел бы вам дать очень-очень важный совет, как правильно читать книги, как сделать так, чтобы книга реально изменила вашу жизнь. Смотрите, эту книгу я читаю уже второй раз. Первый раз я ее прочитал давненько. Прочитал такой, я все знаю, я уже прочел много книг об успехе, о, нормально, я уже многими вещами пользуюсь, о которых говорится в этой книге, все круто. Но потом, когда я захотел разобраться в себе, я вернулся к этой книге и понял, что с этой книгой нужно работать, реально работать. Это ваш учебник на целый год. Друзья, только так вы сможете ощутить всю силу книги. В этой книге есть пустые страницы. И на этих страницах нужно писать. Нужно прорабатывать, например, свои страхи, свои ценности. Нужно с этим работать. Нужно все подчеркивать. Бывало такое, что одну страницу я читал один час. Например, читаю я книгу, дохожу там до какого-то места, в котором говорится, запишите три своих самых сильных страха. Я останавливаюсь и начинаю думать, какие у меня страхи. Записал. Дальше там говорится, как устранить эти страхи, проработайте эти страхи. Какая реальная причина этих страхов? И ты сидишь, думаешь, работаешь над собой. И вот тогда эта книга очень-очень сильно на вас повлияет и изменит вашу жизнь. Теперь хочу сказать пару слов для скептиков, которые говорят, вот в твоих видео одна вода, в этих всех книгах одна вода. Мне некоторые пишут, я прочел весь твой список, но ничего не работает, подскажи еще одну книгу. Ребята, с таким успехом ни одна книга не сработает, ни одна. Если вы не будете жить этой книгой, если вы не будете пользоваться этой книгой. А есть люди, которые из моего списка прочли одну книгу, одну единственную книгу и кардинально изменили свою жизнь. Почему? Да потому что они работали.
Они полгода читали одну книгу, но они работали с этой книгой. Читает, к примеру, человек книгу, останавливается, в книге говорится, нужно вести учет расходов и доходов. Он закрывает книгу, берет тетрадку и начинает разбирать свое финансовое состояние. Потом читает дальше, в книге говорится, нужно откладывать. Он идет к кошельку, берет 1000 рублей, откладывает. И вот тогда, конечно же, эта книга окажет на вас сильное влияние. Но если вы будете читать 100 книг по мотивации, по успеху, но ни хрена не делать, ничего вам не поможет. Друзья, лучше прочтите одну книгу за полгода, но с проработкой. И примените хотя бы 30% из этой книги в свою жизнь. И вот тогда ваша жизнь кардинально изменится. Но скептики опять могут сказать, да это все херня, вот если бы у тебя была волшебная палочка, стал бы ты о ней рассказывать людям. Друзья, хейтеры, скептики, волшебных палочек как дерьма, они валяются. Книги это волшебные палочки, мои видео это волшебные палочки. Но нужно уметь пользоваться этими палочками. Пользоваться. А чтобы ими пользоваться, нужно работать над собой. Не один день, не два дня, а всю жизнь. Нужно всю жизнь работать над собой, развиваться. И вот тогда эти волшебные палочки будут работать. И не нужно пробовать. Многие говорят, ну я попробую, если ничего не получится, а это не работает. Нужно жить этим, нужно делать, а не пробовать. Никогда ничего не пробуйте, живите этим. Я живу этим, и поэтому для меня это все работает. Я не пробую, я делаю. Итак, друзья, что же это за книга? Это книга Тони Робинса «Разбуди в себе исполина». Я знаю, что многие из вас эту книгу прочли, и я уверен, на 99%, что вы ее просто вот прочитали, просто не прорабатывали. Ничего в нее не записывали, ничего с нее не выписывали, ничего не подчеркивали. С этой книгой нужно работать. Вот именно работать. Это Библия успеха. И забудьте ту чушь, которую нам говорили в школе, что книга это святыня, здесь нельзя писать. Только не в этих книгах, здесь нужно писать. Эти книги специально для этого созданы, чтобы изменить вашу жизнь. Если вы читаете романы, да. Там ничего не нужно черкать. Прочли себе на ночь ради удовольствия. Я вообще не понимаю. Эти книги только, ну, максимум повышают словарный запас. Все. Никакой пользы эти книги не несут. Вот такие вот книги несут истинную пользу и ценность. Я считаю, что эта книга подойдет абсолютно всем. Даже если это будет ваша первая книга, наверное, так даже будет лучше, если вы вообще не читали книг об успехе. И даже если вы читали, тоже будет хорошо. Вот во всех смыслах будет хорошо. Эта книга полностью соответствует концепции моего канала, полностью соответствует всем моим целям и полностью соответствует всей моей философии. Я, например, после этой книги начал активно пользоваться трансформационной лексикой. Я узнал, как сильно слова, именно слова, влияют на жизнь человека. Как одно маленькое слово может изменить жизнь и как одно маленькое слово может повлиять на твою жизнь. Вы знали, что слов, которые описывают негативное состояние, в два раза больше, чем слов, которые описывают позитивное состояние. Вот почему мы так живем. И вы можете заметить, что у большинства людей в лексиконе 80% негативных слов. Я, оказывается, давно пользовался трансформационной лексикой, просто я об этом не знал. Вот я проблемы называю возможностями. Для меня нет проблем, для меня только возможности. Дела у меня идут либо хорошо, либо очень хорошо. У меня нету плохо и хорошо. Плохо для меня это хорошо, а хорошо для меня это очень хорошо. Вот вам трансформационная лексика. Например, смотрите, как вы можете заменить слово подавленный. Вот, я в подавленном состоянии. Как можно сказать по-другому? Я очень спокоен перед действием. Вот скажите, в каком варианте вы чувствуете силу? Конечно же, во втором варианте. Если вы вот так вот будете называть для себя вещи, это будет давать вам энергию. Если вы будете говорить, я подавлен, жизнь дерьмо, все плохо, у вас будет апатия, депрессия. Откуда у вас возьмется энергия, чтобы изменить эту жизнь? Но если вы эти же негативные вещи будете называть по-другому, вы будете концентрироваться на возможностях. Тони Робинс, например, называет проблемы сигналами к действию. То есть проблема – это сигнал к действию.
Вот когда вы говорите, у меня проблемы, не очень, да, воодушевленно это звучит. А вот когда вы говорите, у меня много сигналов действий, значит, я должен действовать, это уже звучит лучше. Вот вам примеры трансформационной лексики. Так что, друзья, обязательно проработайте эту книгу. Не просто прочитайте, а проработайте эту книгу. На этом я буду заканчивать. Еще хотел бы вам порекомендовать очень крутой телеграм-канал о книгах, номер один. Телеграм-канал о книгах в СНГ. Недавно познакомился с крутым чуваком, делает мега полезные вещи, решили сделать с ним коллаборацию. На этом канале за вас уже прочитали книгу и за 10 минут рассказывают о всем самом сочном, без воды, а вы для себя уже принимаете решение, стоит ли вам читать эту книгу или нет. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь, только польза. Вторая ссылка в описании. Также, друзья, подписывайтесь на мой канал по книгам. У нас тоже есть канал, но YouTube канал по книгам. Там все те книги, которые изменили мою жизнь в аудиоформате, также там есть обзоры на эти книги. Третья ссылка в описании, обязательно подписывайтесь. Также не забудьте подписаться на основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой Инстаграм, там много мотивационных постов, много полезных постов, много денежных розыгрышей. Четвертая ссылка в описании. Обязательно, обязательно, обязательно поделитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк. Посылаю вам всем ауру здоровья, любви, благополучия, процветания, успеха и счастья. Всем пока!